Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Большинство российских водителей не поддерживает появление в стране платных автотрасс. Таких в ходе опроса, проведенного Национальным автомобильным союзом, набралось 58%. 37% придерживаются противоположной точки зрения, они готовы платить. Остальные участники исследования еще не определились. Общественники опасаются, что развитие сети платных автомагистралей и повышение стоимости проезда по ним негативно скажутся на внутреннем туризме. Трасса 101. Из Казахстана в Россию начали ввозить новые кроссоверы Hyundai Santa Fe. Автомобиль только в одной комплектации Prime предлагается по цене 4,5 миллиона рублей. В Казахстане, что интересно, он стоит на 1 миллион меньше. Машина оснащена 180-сильным бензиновым мотором объемом 2,5 литра и шестиступенчатой автоматической трансмиссией. Привод полный. В перечне опций есть круиз-контроль, атмосферная подсветка салона, парктроники, сиденья с подогревом и вентиляцией, аудиосистема премиум-класса. Трасса 101. Бывший завод Volkswagen в Калуге планирует отдать китайцам. Там может быть налажено производство седанов Amoda S5. По некоторым данным, через несколько месяцев эту модель прекратят продавать, а вскоре она вернется под новым российским названием. Эту машину и будут выпускать на предприятии. У дилеров Amoda S5 появился совсем недавно. Начальный ценник авто, учитывая все скидки, 1 миллион 910 тысяч рублей. Трасса 101. 60% наших соотечественников не хотели бы владеть электромобилем. Участники опроса, информируют издание «Мотор», считают, что в нашей стране нет необходимой инфраструктуры для зеленых авто. К тому же они небезопасны. 16% респондентов могли бы пересесть на электрокар при получении определенных бонусов. К ним опрошенные отнесли, к примеру, госсубсидии, отмену транспортного налога или льготная ОСАГО. Трасса 101. Один из столичных дилеров пообещал наладить в этом году продажу электрических пикапов Tesla Cybertruck. Стоимость новинки, по предварительным данным, составит от 4 до 7 миллионов рублей. Машину в США начнут серийно выпускать в конце лета этого года. Она будет комплектоваться одним или двумя электромоторами. Привод, соответственно, задний либо полный. Запас хода на одном заряде составит около 800 километров. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. Трасса 101.